утка на меня летит прямо вот, черок. Пиндос едет. Блин, ну неужели он прикормку съел и ушел? Вообще непонятно. Сейчас попробую, я еще туда бабахну тогда. Вот этот комок у меня остался. Вот. Жмых. Сейчас бахнем его. Прям вот сюда. К поплавку. Проверим, пойдет, не пойдет на него рыба. Ну а на спиннинге, друзья, всего один. Ха. Вообще, блин, зачет. Полный зачет. Полнейший зачет. Так, что у нас видик грузится? Так, обработка началась. Обработка. Обработка. Первый, второй, третий, ладно. Нету больше здесь, в этом болоте карасей. Не клюют, не плавают, не ныряют. Но в той стороне могут быть, в том конце, ближе туда, к середине. Там Антошка попробует половить. Возможно, что и будет. Они могут отсюда уйти. Но если бы они здесь были, в этом месте, они бы клевали. Вот как вот эти подошли, три штучки, и на удочку я их выдернул. Соответственно, они, значит, где-то в той стороне ходят. Я не верю, что здесь ни одного не осталось. Вот такие дела. Антоха в 5 собирался выехать. А сейчас уже 7 доходит. Ой, 6. Без 5, 6. О, машинка какая-то подъехала. Кто-то будет пробовать, наверное. А, нет, разворачивается просто.
Так она вот и ближе кинул, не хочет клевать. И дальше, и у меня все по разным местам раскиданы. И не хочет идти. Не клюет, блин. А сюда вода идет. Вода идет сюда. А может просто вверх? Нет, вот течение сюда идет. Давит сюда все. Ветра-то нет. Водичка шевелится сюда. Значит, она прибывает. О. Ага. А рыба-то не могла выйти. Даже вот она вот здесь просто упиралась бы. Точно. Не выходит она отсюда. Антоха подушку давит, не хочет идти? Говорил, на велике поеду в 5 часов. А так и не приехал. Скорая, что ли, поехала в поселок? Я вот думаю, чая что ли налить? О, горячущего, друзья. Ах.
Ой-ой-ой, ты чё? Смотрите, как он хочет убежать. Давай, иди, корефан, на место. На своё законное. Сковородочное. Место. Вот. Ну, у меня, короче, друзья, будет вырезка, как я карасей вытаскивал. Это раз. Два, будет целиком видео для тех, кто хочет пережить эти моменты, как и я. Вместе со мной, точнее. Целиком посклеиваю там по часу, к примеру. Соединю и премьерами вам покажу. Вот как будто бы вы приехали сюда на велике со мной, или пешком, или на машине, или на вертолете вы сюда, грубо говоря, как хотите, так вы прилетали, приползали там, со вчерашнего оставались, но вы просто пришли, вот я, от первого лица, закинули раз, два, три спиннинга и удочку. Поймали карасика, потом на удочку выдрали трех. Многие говорят: да зачем ты такие длинные видосы делаешь без монтажа такого? Да блин, вот некоторые люди, вот в основном это инвалидов каких-нибудь касается, которые ходить не могут на рыбалку, они вот могут посидеть, посмотреть вместе со мной, пережить эти моменты, как и я. Вот он пришел порыбачить. Не то, что там нарезано, блин, через каждые 10 секунд рыбу вытаскивают там. Ну чё это? А тут вот сидеть в ожидании, а клюнет, не клюнет просто. Сам для себя ставки ставишь. Клюнет, не клюнет, и все. Вот это вот самое нормальное. Вообще, друзья, в 2012 году, ну, в 2010 я начал снимать. И у меня флешки были. Я их покупал, у меня память кончалась, я флешку покупал. Видосов я много снимал. Ну, качество было вообще говёное. Это раз. Потом я думаю, блин, куда же мне видики-то свои девать-то? И потом я нашел этот YouTube. И я его начал использовать как большую флешку. Загружать туда стал видосы. И все. И вот, YouTube у меня служил, ну, грубо говоря, до... Сейчас скажу, какого года. Ну, может быть, до 16-го, 15-го.